внимание обязательно. Че не едет левый? Вон кто-то дымный. Он тронулся, тронулся. Че так долго? Вижу противника. Давай. Пикируют на вас. А нет, у вас в сторону пикируют. Хаски отрыв, шасси. Принц отрыв, шасси. Окей, шасси отрыв. Я думаю, он уже ничего не сделает. Что такое разрыв получился? Что ты это? Что случилось? Я задержался, но, блядь. Я соточку дал, как чуть не врезался тебя, блин. Обороты тоже. Еще один. Прохожу справа. Вы меня слышите? Да, да. Парни. Кто-то тут заход строит, не пойму кто. Обороты 2600, Латер. Так точно. Принял. Это 90%. Принял. Я подойду ближе, потом уберу. Я отстал. Ну да, 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 я тоже догоняю. Латер, осторожно. Ой, кто там? Кто вы каким слева идет? Курсом отходите. 73. Пойдем на север. К Сталинграду. Что-то залагали чуть-чуть. Фрик загоняю. Так, я с вами тогда не буду там говорить. Да нет, сам конечно. Мы с 3000 будем работать. Кстати, пробовал кидать с 5, блин, очень близко прорезался. Поздно, да, появляется. Да. Ну да, четверочка это самое оптимальное. Парни, по-моему, кто-то подтягивается сзади, буду проверять. 30 в строю. Там кейс занял тоже. Стрелков поставьте нам ближе. Не знаю, молчат. Попробовал, молчат. А это свой был. У меня там был в 1000. По этому театру 100? Ну да. На приборе 100, но это 1000. И по техничату я имею в виду. Там техничат? Нет, это 95 нет. Ну, я держу все равно. Блин, ну, я ж просил. Я не могу, я специально работаю на компьютере месяц. А нет, он сзади все-таки видит. Так. По нам или это. Игровое внимание, сброс по команде. Стрелки работают. Да, блять, да. Пробит, ранен. Охуенно. Долго досбросил, вот так. Нет, 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 готовься. Держим, держим. Держим, держим. Сейчас иду, парни, что ты. Проморгал, извиняюсь. Вы внимание. Атака. Сброс. Бля, я конечно сбросил, но это без. Каски сбросил. Фиг сбросил. И вообще все черное, блядь, я раненый. Хлам. Может в пике перевороты ходим? Сейчас там фигус его нет? Хлопнет. Ага, хлопнет, он такой энергии. Такой энергии выше. Хоть бы попасть, блядь. Че узнаю. Блин. Меня самого плохо. Это говорю. Перелет.
Ты говоришь, сброс, ну, сброс по команде, и ты трр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 рr Куда будешь крутить? Я влево вниз ушел. Так. Я за тобой, Лотар. У меня, правда, хреново рулится. Лотар, я тоже за тобой. Посадим. Блин, так, Лотар тоже пробитый, да, дымит? Да, Лотар прям. Вы его все трое пробили. Паки, ребят. На обороты 65. А у меня все по 100. А этот, как его называют? У всех стреляли стрелки? Да. У меня, да. Блядь, жалко, что мы его не хлопнули. Бля, у меня месяц. Там это, там несколько было. В принципе, все что-то забрали. Да, я попал. Тоже две цели. А, по кусочку забрали. Можно было просто пожирнее, хуже забрать. А основной вылет, основной перелет получился, да, у нас? Цель разбита на две части. И получилось, что мы забрали кусочек первой, и промежуток между ними накрыло весь, а до второй не дотянуло. Парни, а никто запись этого полета не делал? Че, я делаю писал. И трек, и shadow play, но этот, меня сейчас... Трек забьют, наверное, да. Так, 90 занимаем, все. Залетели в зенитки чужие. В формации все еще идет? Я за в колонну иду, за Лотартом на удалении. И догоню. А я за вами, блядь, вижу. О, воды дымные получается, оба. Упал. Ну да, я сильно ранен еще. Смотрите, вы месили, парни, прижимайтесь как можно сильнее. Из-за меня. Ну да, над нами пара идет, что на нас не реагирует. Впереди какие-то контакты наблюдают. Падение, падение. Ни хрена не. Так, по мне отработал. Ясли. Так, впереди у нас война, Гус. Ты нас я видишь? Упал, он сбит. А, все, я понял. Так, у меня стрелок работает. Ты чё, на пробили его? Лотар, Лотар, к тебе подхожу, вдвоем будем хуячить. Такого у меня плохо рулится. Я за стрелка сейчас. Я понял. Если за стрелка убьют, то было бы другое. Так, стрелок мой работает. А я за вами, Лотар, ты танкист, я за вами подтягиваюсь. Да-да-да, мы вот поплотнее встали, если что, чтобы вдвоем отстреливать. Я чуть ниже держусь, у меня очень сильно курс ранит. 8-9 точно. Принял курс 8-9. На первую ступень вы не забыли могу перейти? Могу кому-нибудь стрелком зайти, если нужно. Заходи. Да, кстати, ребята, первый заходи, ступень. Заходи. Кому? Да похуй. Так, подожди, я своих заблокировал. Так, 30 тогда займу. Так, а мне не надо, мне чистый пацан, давай, я отдельно иду. Танкисту залезь, если они там живые еще. Ко мне заходи, к Хаски заходи. Ты залез уже к танкисту. Ну, а у меня Хаски это? А я разблокировал, вот только блокировку снял. Только смотри, там четко стреляй. И не по моему хвосту. Ой, ну понял, а ну да, там танцы с бубнами еще. Нет, ну, давайте я не буду. Так, тогда нажимай, лучше выйти, нажимай, да. Да. Что-то вообще. Просто у меня забиндено на правую кнопку и четвертую кнопку мыши. Я сел сразу, тык-тык, он взял, прицелился и работаешь. Еще с Димкой, когда летали, по-моему, я их настраивал. Хаски строил. Потом ты знаешь, что надо настроить, чтобы так вот, если что, хотя бы кажется. А ты сейчас зайди в настройки, можешь... прильнуть к прицелу и взять, и взять турель, что-то такое. Там же по дефолту просто Т и Shift Т. А, да, кстати. Я помню, да. У Хаски дыра такая в бомболюках. Да, меня прошило, кстати, чё за...
Кстати, следите за водой, у меня считаю, на самом деле вода-то перегрета. Так, Хаски, у тебя один, кстати, пилот убит, да? Да. Стрелок может, да, кстати. Ой, да, стрелок. Против нас, то. Я открыл, у меня просто, я даже приборов не вижу, если честно. Я уже у полосы. Да, кстати, уже посадку можно. То есть. Так, я, наверное, самый последний, потому что я вряд ли сяду. Так ты наоборот самый первый садись. Типа что в этом? Так, я снижаюсь. Ёптеля, до этого мы что делали? А чё ты ещё? Мы шли в горизонте. Shift. А, я под тобой аккуратнее, Лотард. Проскочил. Отхожу вправо. У нас луч на этом аэродроме. Самошка мне хорошо подсказал полос. Да, это я, Самошка. Постой там, не включай. У меня морда разукра. Так, а я ни хрена не вижу, куда мне идти? Какой курс на аэродром? А ножки, да, иди за мной. Да я вас потерял. А, вот, вижу, кто-то дымный. Я даже ножек не вижу. С ножками стоит. Вот, да, там ножки наблюдают. Так, тут можно еще башкой крутить. Лететь и башкой крутить. Да, еще и трекер там работает. Справа налево перестараюсь, блин. Так, это, аккуратней там, Хаски, пожалуйста. Я вот за дымным иду, вижу просто дым и все. Вообще принял, больше ни хрена не принял. Это же скорости, бляха. Закрыл по 75-6. Так вы отдельно садитесь, вы же побитые, или что? Да, я тогда самостоятельно посадку в Атар как принял. Ну, да, садись. Я тоже отвернул. Я на десаде уже. И чешуеть, как тут интересно. Так, а ты у кого сидишь? У тебя. Ты давай-ка, наверное, чтоб не погибнуть, пересядь к кому-нибудь другому. Ко мне заходи. Если не раненый. У тебя верхнего стрелка нет, а здесь прям наверху сидишь, смотришь, как бывает. Ну, смотри. Танкисты рулят. Так, ты давай-ка повери... А, все, вижу полосу. Ёптель, если я посажу, это будет пипец. А поверни голову ко мне и подсказывай мне скорость. Я ни хрена не вижу скорости. Блин, скорость справа, там дублируются приборы, есть справа этот указатель скорости. Только быстрей. Прям не вижу ни хера скорость. Вот отца. Оборот. А скорость 160. Ёпта. Больше. Это очень мало, 220 держится. Да я знаю, я даю уже на все. 165. Сдошел, давай, живи. 170. Рано, бросаешься дальше. Выше, чуть-чуть выше, держись, не садись. Рано. Все, вот начало полосы, давай. 160. Ёпта, я так никогда не живой не садился, отвечаю, блядь. А, наверное, патч, наверное, новый, блядь. Охренеть. Надо будет выложить сегодня прям это видео, это да, жесть просто. Хорошее. Ай, меня тащит куда-то, короче. Захожу на посадку на вторую полосу. Он зарылся. Сели? Я не сели. Я тоже на посадку захожу. На вторую полосу. Ну, хороший вылет, на самом деле. Охренеть. Ну, у меня, правда, только две машинки, но пофиг. Это очень было адреналин. Да, на мне же...